Оказывается, 2 года назад Валдис Пельш, бессменный ведущий шоу «Угадай мелодию», начал осваивать новую профессию – автора и продюсера документальных фильмов. Не так давно он презентовал на Первом канале свою большую документалку об МГУ, а теперь вот новая тема – Алтай. Когда вы начинаете думать над какой-то идеей, рано или поздно эта идея начинает материализовываться. Я, конечно, мог бы сказать, что за месяц, вернее, через месяц после того, как мы приняли окончательное решение, президент страны заявил, что Алтай – это очень важное место. И мы как бы даже поспособствовали популяризации, но это не совсем так. Алтай, Байкал, Камчатка – ну это 3 региона России, которые, без сомнения, интересны всем. Особенно тем, кто на Алтае никогда не был, как и сам телеведущий. Для него здесь все в новинку. Вместе с ним удивляется красотам региона и сопродюсер проекта, а по совместительству еще и капитан команды «Что, где, когда» Елена Потанина. Люди на Алтае – это замечательно, потому что, во-первых, все знают о своей родине, а во-вторых, потому что советуют, доброжелательно рассказывают, предлагают еще и еще снимать. Например, завтра у меня съемка на вертолете. Запланирована. У меня есть график, где все четко прописано, когда, куда мы едем. Так вот, я уже 2-й день сижу и думаю… Погода, погода, духи Алтая, пожалуйста, вертолет. 3 дня съемок уже позади, впереди еще 4. Валдис Пельш и его команда уже побывали на горе Чертов Палец, пещере Туткуш, увидели Маралов и посетили музей-усадьбу Чурос-Гуркина. По 1-2 дню, сегодня 3-й день съемок, у меня есть ощущение, что мне было бы очень интересно увидеть то, что вот мы, собственно говоря, наснимали. Спится хорошо, знаете, чертовщина не преследует. Вроде каких-то несчастье с нами тоже не приключается пока. Но вчера было несколько падений со снегокатов, но все они закончились благополучно. Съемочная группа Валдиса Пельша на Алтай еще вернется в июне. Говорят, их задумка – показать, что Алтай прекрасен в любое время года. Ну что ж, остается только ждать. Премьеру увидим в конце лета на Первом канале. Дарья Масалова, Сергей Седых. Новости.